Всем привет! Решил попробовать закормить рыбу и попробовать кастинговой сетью. Может, получится что-нибудь крупное поймать. А то я так подозреваю, что на кастинговую сеть одни живцы только ловятся. Закармливать буду вот здесь вот. Здесь вот кувшинки, здесь мелко. А вот здесь вот, рядом с берегом, яма. Вот туда я буду закармливать. Прикормку приготовил, там 5 кг каши всякой, и пшенка, и яичко, и солод карамельный добавил, и 3 кг магазинной прикормки. Ведро 20-литровое, почти полное, то есть я планирую хорошо закормить. Возможно, еще в одном месте закормлю. Сразу пол ведра. Закинул сюда вот прямо за кувшинки. Пойду еще в одну ямку покидаю хорошую. А то завтра утром приеду, а тут занято будет. Ладно, пошел я. Че, Бим, издеваются они над тобой, да? Издеваются? Лови давай. Ну, давай лови. Видимо, птенцов защищают. Так, вот здесь вот еще хорошая ямка. Сейчас прямо одну точку закормлю хорошо. Все-таки надеюсь что-нибудь крупное поймать. Так, и вот тут третья точка у меня будет. Прямо за кувшинки накидал. В общем, целое ведро на 3 точки раскидал. Буду пробовать ловить. В общем, одна мелочь пока что. Сейчас ее отпустим. Может, к утру подойдет крупный. В общем, всю рыбу, всю мелочь обратно. Мне просто охота что-нибудь крупное поймать. Ладно, не поймаем, так вот накормлю рыбу. Да, Бима? Много прикормки забросили. Может, подойдет крупный все-таки. Солнце уже зашло. Скоро будет совсем темно. Да, Бима? Стемнеет, мелкая рыба должна отойти от прикормки и подойти крупная. Посижу здесь до темноты. И потом попробую еще забросить. Вот такой вот план у меня. В общем, так, уже почти стемнело. Моя теория сработала. Мелкая рыба отошла от прикормки. Но крупная не подошла. Закинул, вообще пусто. Или они все съели и уплыли. Или что-то непонятное.
Капец, уже ничего не видно. Ничего не ловится. Сетку порвал. Снимать, конечно, ничего не стал. Все равно темно. Мелкая рыба отошла. Крупной так и нет. Ладно, подождем до утра. Может, к утру подойдет на кашу. Попробуем по разику закинуть в каждую точку. В общем, так, наступило утро. Ночью я ничего не поймал, даже мелочь. В сетку не попадалось. Сеть только порвал, и все. Сейчас сделаю по одному забросу в каждую точку. Дальше посмотрим. В общем, сделал заброс. Такая вот мелочь. Так что кормить, подкармливать бесполезно. Крупный все равно не подходит. Или успевает убежать при забросе сетки. А сейчас рыбу все отпущу. В общем, ничего я не поймал на гастинговую сеть. Так что закармливать бесполезно. Все равно клюет одна мелочь. Сейчас поехал жерлицы проверять. Может, щука попалась. Живцы все на месте. Никто к ним не подходил. Пройдусь по берегу, покидаю кастинговую сеть. Может, получится что-нибудь поймать.